Для того, что ты задумала, нужны такие же сумасшедшие, как и ты. Мне нужны лучшие из лучших. Никаких компромиссов. Поэтому я здесь. Ты обратилась не по адресу. Они не послушают, либо давно уже вышли из игры. О, они согласятся, поверь мне. Окей, этих двоих ты точно знаешь. Он почти как солдат или бык на Родео. Дай ему цель, деньги, он сделает все, что угодно. Ты же знаешь, я человек семейный, это очень рискованно. Что? Серьезно? Я в деле. Алло, Арма, ты не поменял свое решение? Мы же это уже обсуждали, я завязал. А что, если я скажу тебе... Ну что, ведем мы снова в игре? Слетевший с катушек спец по зарубежным лигам. Лучший в своем деле. Недавно, правда, прошел реабилитацию. Ноль! А он точно прошел этот курс целиком? Ну-ка, постой. Нам нужен свой человек среди игроков. Парень вот, например, пишет, что переиграет любого. Плюс дважды выигрывал битву университета. Вы думаете, я вас не переиграю? Не уничтожу? Я вас уничтожу. А мы сейчас об одном и том же человеке говорим? Есть еще Старки. Он точно найдет подход к нынешней молодежи. С чего ты взял? Мне сказать им о тебе? Нет, пока что молчи. Пускай это будет для них небольшим сюрпризом.